И всем снова привет! Наши лягушата растут буквально по дням. И стоило пройти недельки-двум, и уже можно заметить серьезные различия в росте наших подопечных. Да, я их в очередной раз отселял для того, чтобы почистить акватериум. И сейчас у нас в кадре, по моим соображениям, двое лягушат. То, что побольше, это у нас самец. Да, уже в возрасте примерно 3-4 месяцев от роду, при обильном питании и, конечно, хорошем температурном режиме, у лягушат можно проследить определенные половые признаки. Конечно, внешне это никак не отображается, но если посмотреть через стекло на лягушечку, сейчас, конечно, не получится, но у самцов, самцы лягушек всегда обладают так называемыми брачными мозолями на передних лапках. Это фактически увеличенные большие пальцы, утолщенные примерно от основания лапки к ее концу. Собственно, ну и еще лягушку можно определить по полноте. Кто постороннее, тот самец, кто пополнее на вид внешне. У кого пузико, та, скорее всего, самка. Здесь у нас альфа-самец крупненький, а рядом с ним, так сказать, вторая самочка. По внешним признакам больше похоже, что у меня 2 на 2. Два самца и две самки. Вот тут наш альфа-самец, интересно, будет вырываться? Надеюсь, нет. Они очень скользкие, поэтому в руке очень тяжело их держать. Вот он, прекрасный самец. Убегает, не хочет представляться. Ну да, в принципе, мы не за этим. Сегодня я покажу кормление лягушат сверчками. Они уже достигли достаточного размера, чтобы кушать вполне взрослых домовых сверчков, которых я покупаю в соответствующем магазине и кормлю, выращиваю по 20 штук в день. Они стабильно съедают. Сейчас я займусь пересадкой. А как только высажу, вернусь к вам. Итак, вот наши лягушата в своем чистом акватерариуме. Специально выгнал их под эту арочку из пробкового дерева, потому что это их место, где они охотятся. На деревяшку я буду высыпать сверчков домовых, и пока сверчки будут ползать по горизонтальной поверхности, лягушата будут их кушать. Это мы, пожалуй, сейчас и заснимем. Сейчас я еще пару лягушат прогоню, куда нужно. А то после чистки они стремятся куда-нибудь в убежище. Хотя им необходимо поесть. Поэтому сейчас мы дадим им сверчков, покрытых кальцием и витаминами. Основной их рацион. Конечно же, не все гладко получается. Приходится иногда со сверчками действовать, с пинцетом, и лягушат подбадривать. Я надеюсь, они поохотятся на добычу. Хотя некоторые из них уже поели. Самых маленьких я пытаюсь подкормить, чтобы они не отставали в развитии. Поэтому отсаживаю их отдельно иногда,
чтобы, так сказать, первых сверчков они съели первыми. А все остальные достались более взрослым, более крупным лягушатам. Кто-то сытый, кто-то не охотится, но можно увидеть, как остальные лягушата реагируют на движение и пытаются скушать все, что видят. В основном у нас, естественно, самые крупные активные, поскольку они сразу понимают, что где-то здесь добыча как раз ползает над головами. А вот маленькие лягушата не очень это понимают, иногда с ним приходится повозиться. Достать из воды, положить сверху, показать, что тут ползает все по деревяшке, чтобы они взяли и покушали. Сейчас это с ними не пройдет, да и вряд ли заснимешь. Маленькие лягушата, они гораздо более пассивные, не такие активные. Не пытаются кого-то скушать. На камеру особенно. А вот самец, альфа-самец, должен быть достаточно голодным, чтобы поохотиться на сверчков. Попробую снять. Половина явно не хочет охотиться. В частности, мелочь. Такая картина творится на бревне. Пока сверчки активнее всего сверху. Если мы посадим вот эту самочку наверх, она, скорее всего, будет охотиться. Хотя она тоже не сильно голодная. Но сейчас посмотрим. Главное, чтобы сверчки попадали в поле зрения, иначе лягушки не поймут. Да, самочка не поняла, что ее пытаются покормить, поэтому просто упрыгала. Да, сверчки могут тонуть в воде, поэтому их также необходимо периодически доставать. Ну, в целом, видео у нас, конечно, не очень получилось сегодня, но приблизительное представление, как это происходит, у вас есть. Он смотрит наверх, замечает движение и прыгает, когда... Думает, что может поймать. Голодные они, конечно, активнее всего. Пожалуй, как-нибудь сниму более подробно, так сказать, не после чистки акватерариума, а именно отдельно. Но пока что завершу это видео. До новых встреч!